Всем привет! Сегодня у меня небольшой заказик от Сибирского здоровья, Siberian Wellness. Кое-что клиенты заказали, ну и я на добивку. Был по акции Селен, поэтому я себе взяла две упаковочки. Пью его с йодом, потому что с Селеном йод усваивается лучше. Ну и вообще Селен такой минерал, который тоже необходим организму. Его не хватает. Это еще и он антиоксидант с экстрактами трав, с витаминами Е, С. Вот такой здесь состав, тоже с дигидрокверцетином. 36%, да, в одной капсуле дигидрокверцетина. Витамина Е очень много, витамина С 20%, 17 миллиграмм. Ну и селен 147%. Здесь у нас 60 капсул, пить, по-моему, по одной в день, то есть на курс на 2 месяца. Хорошая штучка. Также был по акции Синхровитал 2, это у нас защита клеток мозга, 60 капсул. Давайте посмотрим, что по составу. 60 капсул, но курс на месяц, потому что пить нужно в день 2 капсулы. Первая капсула и вторая. Да? В первой капсуле у нас содержится экстракт гинкго биллоба, экстракт женьшеня, год уколы. А во втором комплексе шалфей, зверобой, шлемник байкальский. Ну, то есть все такие вот растительные компоненты для улучшения работы мозга, для памяти. После ковида, да, тоже хорошо. Поэтому пропить такое, мне кажется, всем курсам очень даже полезно. Я себе взяла, буду пить. Под заказ у меня ЭПАМчик 24. Это гинекологические капельки такие. Ну, они регулируют цикл. Все по женскому здоровью тоже регулируют. То есть, значит, у нас солодка здесь, боярышник, элеутерокок. Пчелиное маточное молочко, прополис, бадан, калина, крапива, ромашка, горец, тысячелистник, шиповник. Вот. Пьем по 10 капель 2 раза в день. У меня сестра двоюродная хочет нормализовать цикл, потому что он действительно, ЭПАМчик помогает. Она у меня просто взяла омегу и говорит, цикл пришел в норму даже с омеги. То есть она заметила после того, как месяц ее употребляла, у нее пришли месячные. Я говорю, возьми вот тогда еще вот этот вот ЭПАМчик. Просто тебе нужно отрегулировать цикл. Гинеколог говорит, конечно, нужно вес там снизить. Это она работает, наверное, над этим. Но и вот как в помощь капельки такие взяла. Еще, кстати, она заказала там еще кое-что, потом покажу. Так, и она заказала маме. Вот такой вот суставной фитосорбент, суставы, там колени, все такое. Человек, людям в возрасте, да, это очень полезно. Для... Здесь, кстати, коллаген. И он самый дешевый именно вот в этом комплексе. Здесь у нас шиповник, коллаген, смола индийской акации, гуар, топинамбур, пектиновый концентрат из яблок, кора, ива. То есть это все... Ну, разводится водички и пьется. Вот. Самый дешевый коллаген. А коллаген очень нужен и полезен при суставах, при болях в коленях и так далее. Вот. Пусть попробует. Так, и заказала я по акции еще такой вот коктейльчик питательный. Кофе и шоколад. Я просто сейчас провожу марафон по стройности. Там девочки у меня участвуют. И буду разыгрывать вот такой вот коктейль. Вот. Где-то 12 июня он будет у нас проводиться. Или 13. Розыгрыш. Все сидим сейчас на диетах, так скажем. Я интервальное голодание соблюдаю. Мне очень нравится. Реально вес начал уходить, когда я стала вот меньше перекусы какие-то делать, да, действительно интервал какой-то соблюдать.
Но интервальное голодание, оно не подходит, например, диабетикам. То есть я вот на этом марафоне и в моем чате, кстати, в Телеграм скидывала информацию от гинекологов, от диетологов. Я проходила обучение в Сибирском здоровье. Ну, информацию вот такую вот скидывала, что они вообще говорят, как придерживаться диеты, да, и по женской части тоже все рассказали, что и как пить, у кого такие проблемы, да. Я все это скидывала, всю информацию в Телеграме. Телеграм у меня открытый канал, доступный для всех. Там мало людей, я почему-то его не рекламирую нигде, кроме Ютуба. Я хочу, чтобы именно туда заходили люди с Ютуба. Вот. И кого заинтересует регистрация, конечно, чтобы мне там именно в Телеграме писали по регистрации. И уже будем в личном сообщении, да, списываться, как и что. Ну, а даю информацию я для всех. Так что заходите. Вот, так что у меня еще, кстати, групп много всяких. Я в Вайбере веду бьюти-чат с девочками, но там у меня чисто по продажам клиентский чат. Вот, я рекомендую всем заводить клиентские чаты, вот, кто в моей команде. И, кстати, кто переходит в мою команду, кто регистрируется, я открываю доступ из моего телеграм-канала в другие телеграм-каналы, где уже у нас все лидеры, да, дают информацию. Вообще по нашей команде вышестоящие лидеры, они уже обучают конкретно, как вести группы, как, откуда брать информацию, как обучаться, как проходить обучение. Все это очень интересно. Сибирское здоровье не стоит на месте, и постоянно какие-то марафоны, обучение. То есть у нас информации прям очень много, и она от экспертов. Мне очень нравится. Поэтому, конечно, я никогда никого не уговариваю. Подписывайтесь, регистрируйтесь. У меня, не знаю, как бы, я все в такой форме рассказываю, да, все в лайтовой, можно так сказать. Если кто-то хочет, человек, он зарегистрируется, кто-то заинтересуется. Если тогда я уже связываюсь и все рассказываю. Ну, в общем, все, на этом заказ мой закончен. Все-таки люди у меня начинают интересоваться и БАДами, и здоровьем, да, сибирским. Заказики есть. И потому что они действительно, БАДы работают, они эффективные. Уже доказано многолетним опытом, можно так сказать. Все, всем хорошего настроения, хорошего дня. И пока-пока, пишите, комментируйте. Спасибо. Кстати, забыла сказать, йод у меня забрали. Но вот йод, например, я пью с селеном вместе, потому что идет лучшее усвоение йода. Надо было порекомендовать мне клиенту, забыла я про это ей сказать. Ладно, напишу. Так, и забрали мне еще, знаете, что гель для умывания очень понравился девчонкам. Они уже брали с пептидами золота Аурум из серии Аурум. Он 750 рублей стоит, но он очень концентрированный. Его нужно капельку, смывает и весь макияж полностью, из глаз тоже можно, гипоаллергенный, вкусно пахнет, парфюмированный такой у него аромат, желто-цветочный, мне кажется, дуванчик, медом, вот что-то такое. Большая упаковка, и вот ей, говорит, хватило на 2 года, представляете? Я вообще в шоке. И взяли зубную пасту с прополисом, тоже не первый раз берут. Постоянные клиенты, очень хорошо ухаживает за деснами и отбеливает даже.